Здравствуйте, мои дорогие мастера и мастерицы! В этом видео я хочу показать вам одну кайму, связанную из пышных столбиков. Эту кайму я использую довольно часто. Мне она очень нравится. Вот одна из последних моих работ. Это плед, обвязанный такой каймой. Ну, чем она мне нравится? Ажурный край за счет вот этой каймы получается нежным и неповторимым. Эта кайма очень несложна в выполнении, но в то же время она хорошо украшает. Можно плед, вот как в моем случае, можно шаль, подол платья или сарафанчика. Но в то же время еще у вас в вашу копилочку с узорами прибавится еще один новый. Эта кайма связана по этой схеме. Вот она, это наша схема. Ее можно, то есть, комбинировать с различными узорами. Вот по этой схеме первый ряд идет у нас столбиком с накидом, потом идет сеточка, чередующиеся, состоящие из чередования столбиков с накидом и воздушных петель. Вот эта сеточка очень удобная, если вы хотите, например, по краю пледа продеть ленточку. Вы вяжете ряд этой сеточки, здесь продеваете ленточку, а потом уже начинаете вязать саму кайму. Сама кайма состоит всего-навсего из трех рядов. Вот они, эти три ряда, то есть два ряда с пышными столбиками, а последний ряд обвязочки из воздушных петель состоит. Так, этот раппорт, в раппорт этого рисунка у нас 15 петель. Вот, если, то есть, отсюда, вот до сюда 15 петелек, и 16 идет для симметрии. Это наша с вами кайма, схема нашей каймы. Я хочу показать, как я буду вязать. Вот у меня плед уже связан, плед связан. Теперь я покажу, как вязать эту кайму. Как правило, я кайму, когда обвязываю плед, я всегда начинаю с угла. Ну, мне так более удобно. Кто начинает с центра пледа, ну, с центра стороны, но мне больше нравится именно с угла. Вот здесь вы видите, что у меня на углышке именно вот это угол украшен мотивом, и мы начнем с этого мотива. Мы сразу начинаем с пышного столбика. Две петли для подъема и формируем первый пышный столбик. Столбик с накидом, мы его не довязываем. Еще один пышный столбик, также столбик с накидом, не довязываем. На крючке у нас с вами 3 петельки. Вы количество столбиков можете сделать любое. Можете 4, можете 5. За счет этого пышный столбик будет более или менее пышный по величине. Ну, в моем случае я делаю 3. И мы провязываем сразу же их вместе. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Следующий пышный столбик, накид, и уже в следующую петельку. Один столбик не довязан у вас, второй провязываем вместе, и третий столбик с накидом не довязан. У нас с вами на крючке 4 петельки. Я провязываю их вместе. Сейчас 4 воздушных. 1, 2,
три, четыре. Пропускаем 4 петли. Раз, два, три, четыре. В пятую петельку провязываем столбик без накида. В следующую еще. 2, 3, 4, 5. 4 воздушных петли. Раз, два, три, четыре. Сейчас мы будем вязать пышный столбик. Раз, два, три, четыре. В пятую петельку вяжем пышный столбик. Один столбик с накидом не довязываем. Второй. Третий. На крючке 4 петельки провязываем вместе. Сейчас у нас с вами 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую петельку провязываем еще один пышный столбик. 1, 2, 3 и вместе 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Раз, пропускаем. 1, 2, 3, 4 в пятую столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Так мы с вами продолжаем вязать, чередуя. У нас с вами получается 2 пышных столбика, между ними 5 воздушных петель, цепочка из 4 воздушных петель и 5 столбиков без накида. Так мы с вами провяжем до конца нашего ряда. Я довязала ряд до конца. Осталась цепочка из 4 воздушных петель. 3, 4. Присоединяем полустолбиком в центр пышного столбика. И сейчас по краешку пышного столбика мы будем аккуратненько подниматься. И сейчас будем вязать второй ряд. Он у нас состоит из пышных столбиков и между ними по 5 воздушных петель. Две петли для подъема. Столбик с накидом один не довязываем. Еще один. На крючке 3 петли. Их соединяем вместе. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Следующий пышный столбик. 1, 2, 3. 4 петельки провязываем вместе. 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Пышный столбик. Пять воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И еще один пышный столбик в эту же арочку из 5 воздушных петель предыдущего ряда. Провязываем вместе. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И провязываем 3 столбика без накида. 1,
два, три. Полушек у нас с вами готов. Переходим к следующему цветочку. Раз, два, три, четыре, пять. Пышный столбик. Пять воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Пышный столбик. Раз, два, три, четыре, пять. Еще один пышный столбик. Четыре петельки провязаны вместе и цепочка из пяти воздушных петель. И четвертый пышный столбик. Четыре петельки провязаны вместе, пять воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И три столбика без накида. Вот что у нас с вами получается. Это углышек. Это цветочек. В углышек вы по своему желанию можете сделать большее количество пышных столбиков. Можно сделать 5, можно 6, можно 7. То есть он просто, углушек будет более объемным и более пышным. Так мы с вами свяжем до конца нашего ряда. Я довязала второй ряд. Связала последних 3 столбика без накида. У меня остается 5 воздушных петелек. 3, 4, 5. Соединительной петлей я соединяю с первым пышным столбиком. Ряд у меня связан. Делаем воздушную петлю. И также соединительным столбиком мы переходим в центр нашей цепочки из 5 воздушных петель. Третий ряд. Третий ряд у нас состоит полностью из воздушных цепочек, из 5 воздушных петель. Только вот в центре мотива у нас вот так сверху получается вот такая капелька, она идет из 7 воздушных петель. Но я внесла небольшие изменения. Я вяжу также 5 воздушных петель, потому что я попробовала 7, мне показалось, что она очень большая и смотрится, ну, не очень красиво. Хотя, может быть, многим и понравится. Это уже по вашему желанию. Вот я хочу показать. Здесь у меня эта капелька из 5 воздушных петель. И поэтому я также буду ее вязать из 5. Я вяжу. Раз, два, три, четыре, пять. 5 воздушных петель. Столбик без накида. И теперь мы с вами будем делать капельку. Раз, два, три, четыре, пять. Столбик без накида в эту же арочку из 5 воздушных петель. Вот она у нас с вами получилась. И продолжаем по рисунку. Раз, два, три, четыре, пять. Столбик без накида в следующую арочку. Раз, два, три, четыре, пять. Столбик без накида в следующую арочку. Раз, два, три, четыре, пять. Столбик без накида, где у нас с вами было 3 столбика без накида в предыдущем ряду. И теперь переходим, то есть мы с вами углушек связали, наш углышек, мы переходим уже к вязанию мотива. Раз, два,
3, 4, 5. В первую арочку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арочку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. Мы с вами дошли до центра нашего цветочка. И здесь делаем капельку. 1, 2, 3, 4, 5. В эту же арочку еще столб без накида. Вот оно у нас с вами. И продолжаем. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. Мы с вами связали полностью наш цветочек. Вот такой у нас с вами получился. Так мы с вами будем продолжать до конца нашего ряда. Я довязала последний, третий ряд нашей каймы. Плед я постирала, отпарила, и вот она у нас такая получилась. Это вот в более темном цвете кайма у нас выглядит. Это вот я хочу показать в светлом. То есть несложное в исполнении, всего-навсего 3 ряда, и ваш плед или подол юбки, сарафана будет у вас выглядеть очень даже замечательно. Надеюсь, все было понятно. Если есть какие-либо вопросы, пишите в комментариях. Я всегда рада на них ответить. Также я вас рада видеть у себя на страничке ВКонтакте или в магазине на ярмарке мастеров. Все ссылочки я оставила. Пишите. До новых встреч. Всегда рада новым нашим мастер-классам.